европейские футболисты. Ну, конечно, аргентинцы превосходят, да. Но я думаю, что в мире не так много сборных, которые могут похвастаться, который дал путь в сборной большому количеству молодых аргентинских футболистов. Очень много. Ох, какой эпизод! Давайте мы еще раз посмотрим. Ди Мария. А вот получилось сейчас у Ди Марии. Подача. Удар поворота. Исполнение аргентинцев. Гала рядом со мной подпрыгивает на стуле. Это только... Нам еще предстоит узнать, как бразильцы сыграют себе четвертьфинал. Можно сколько угодно заплевывать сборную Челси там и прочее. Ди Мария. Удар поворотом. Клубы, помимо Хамеса, в общем, и Оспина-то все-таки футболист не... А вот, кстати, и Пасторе. Пасторе. Свободная зона перед ним. Пасторе простреливает. Удар Оспина. Удар Оспина. Классический мужик просто. Посмотрите, что делает Оспина. Он уже на полю. Удар. Вот это как он взял. Хорошо. Ди Мария. Рохо. Хорошо. Агуэра. Можно бить. Удар. Агуэра. Очень. Вот что Мурильо свалил против Месси. Быстро аргентинцы разыгрывают. Пасторе. Квадрадо помог. Затем едва не помешал. Бросился Оспина. Подача. Тем не менее, мяч он сохранил. Можно играть дальше. Банега. Фу. Давайте мы еще раз посмотрим. Подача. Удар. Штанга. Это Отаменди. Да, Оспина опять среагировал. Чемпионата мира мы тоже долго. У нас тоже была проблема до последнего, да, когда дошли до финала. Ох, какой эпизод. Тевес, мяч катится, катится. Ау! Оспине здоровье. Банега, Тевес. Тевес здесь был совершенно не при чем. Оп, 1-0. Перехитрил. Один один. Фалькао 2-1 в пользу. Очень сильно. Три-два. И опять бьют четко. Честно. Видите, чуть-чуть да. Не хватит. 3-3. Мяч выше цели. Бильярдо иногда говорит, что не надо выпускать игроки. Фу-ху! После матчевых 11-метровых завершается. Посмотрим. Что интересно, если ты сейчас. Дальше будут бить. Вот какие. Да, выскочил из ворота, конечно. Да что же такое? Молодцы. И как будто мяч. Сборная Аргентины выходит в полуфинал Копа Америка. В матче, в котором аргентинцы владели преимуществом, упустили несколько невероятных моментов. Ну и затем в серии после матча.